Всем огромное привет, Мигвыча, я Ладерплей, и всего лишь, видимо, сами проверим, какое оружие убьет с одной пули всех Мелана. Ну как всех, тех, которых я подготовил. Ну и, собственно, я думаю, вы понимаете, какие это оружия. Это те оружия, которые могут прострелить Мелана, и потом еще эта пуля куда-то улетит. Допустим, АКР, револьвер и так далее. Также переходи и подписывайся на мой телеграм-канал, потому что там выходят очень интересные видосики. Ну и также заходи, подписывайся на второй канал, там тоже они очень крутые. Ну давайте мы сами не будем медлить. Погнали! Итак, сейчас я вам покажу сперва, какие мы оружия будем сами использовать, чтобы проверить, смогут ли они убить с одной пули толпу Меланов. Это точно не Тек-9, не дробовики, а те, которые пробивают две черепушки Мелана как минимум. Это револьвер. То есть мы видим, да, он сразу же прошиб две черепушки. Это АКР, это АВП, это бластерная пушка, это два минигана. И все. И у нас получилось в сумме целых 5 оружий. О, вы сейчас, наверное, удивлены, откуда у тебя такой скин на АВИК? Ну, я вам отвечу. Переходи в мой телеграм-канал, и там ты его сможешь скачать. Ссылочка, если что, в закрепленном комментарии и в описании. Переходи, подписывайся, там крутые моды. Можешь также друзьям рассказать, в принципе, будут еще круче. Ну и мы погнали. Первое мы с вами протестим револьвер. Сколько он убьет Меланов? Я поставил 13 Меланов одного роста. Как я поставил одного роста? Надо просто поставить одного Мелана, скопировать его и поставить их, ну, в один ряд. И у вас получится все Меланы одного роста. Вот здесь я дал своему персонажу пукалку и уже готов был выстрелить. Его сейчас на счет 3 мы с вами стреляем. Давайте. Раз, два. И мы видим то, что револьвер пробил всего лишь 2 черепушки, то есть 2 Мелана. И ему мы засчитываем 2 балла. Револьвер получает 2 балла. Следующий у нас идет автомат. Также забыл сказать, что мы в сегодняшнем видео еще будем оценивать по двум критериям. Это в быстром времени и в замедленном. Если в замедленном он убил 6, а в быстром 5, то мы берем 6. Мы берем самый больший результат. Ну вот данный автомат у нас справился на 4 балла. Вот. Автомат получает 4 балла. Следующий идет пулемет Томпсона. Ну, я надеюсь, он так называется. Я беру, ставлю и стреляю. И сколько он убьет, проверим сейчас. Напишите в комментариях. И он убил 4. Вот этих вот 2 я посчитал за одного. Ну, не знаю почему. Надо было все-таки считать их за 2. Ну и, короче, так и так он убил 5. Получается, он получает у нас 5 баллов. Идем дальше. Наша гангстерская винтовка. Сейчас проверим, сколько она сможет убить. О-хо! Она убила целых 7. Ну и с повторной попытки она убила 8. Ну, короче, ребятушки. Это пока что самый наивысший результат. Винтовка пока самая топовая. У нее 8 баллов. Дальше у нас идет миниган. Дальше миниган, и он замочил у нас целых 5 Меланов. Ну а в замедленном времени он убил всего лишь 4, так что миниган получает 5 баллов. Дальше у нас идет бластер. Сейчас проверим, сколько он убьет. Пишите в комментариях. Он убил 13! Офигеть, ребят! Он просто абсолютно всех замочил! Капец, это... Самая лучшая пушка пока что. Смотрите, вот в быстром и в замедленном времени он убивает 13. Я поставил 26 и проверим, сколько он сейчас убьет. И он замочил целых 15. Это его, наверное, максималочка, походу. Ну, потому что он вниз полетел. Короче, у бластера 15 баллов. Это самый лучший оружие. Самая лучшая пушка. Если что, используйте ее, чтобы защищаться от зомби. Поможет. И в итоге... По критериям 5 этих оружий у нас побеждает зеленый бластер, который убил целых 15 Меланов. Ну что ж, ребятушки, вот такое видео сегодня получилось. Жми лайк, если это видео тебе понравилось. Ну и также можешь подписаться на мой канал, чтобы больше не бросать новый интересный и крутой контент. Напомню вам, что ссылочка на мой второй канал и на мой телеграм-канал в описании. Заходи, подписывайся. Также, если ты хочешь получить эксклюзивнейшую винтовку, то переходи в мою телегу и скачивай ее. Это все очень легко. Ну а с вами был я, Laderplay. До следующего видео. Пока!